Доброе утро. Значит, четвертый день. Похолодало, волна пошла. Дождь вот сыпал с утра. Сейчас вот он приутих, поэтому, в общем, поедем опять, покидаем спиннинги. В общем, ветер дует, конечно, сейчас погода такая. Но я думаю, что сейчас, может быть, дай бог кумжину зацепить вот где-нибудь. Потому что волна... Вчера было штиль же, тепло. Сегодня похолоднее. Дождь должен подняться. Мы потому что ждали. Вот сейчас вот уже не выйдем. Поедем в губу туда вот. Будем прокидывать губу, потому что вчера вдоль травки рыбка ходила. Вы видели. Но почему-то вот брала она... Она на глубине брала. Ближе к центру. А у травки вот я... У травки кидал. Вот. Но рыба-то ходила. Может, она сегодня поактивнее будет. В общем, посмотрим. Так, выехал, но... Знаете, забыл сачок. Поэтому надо надеяться, что клевать будет такой окунь или щука средних размеров. Ну, в общем, посмотрим, конечно. Но сачок забыл. Возвращаться не хочется уже. Ты черти что, а? Ну и вот опять грести надо вдоль берега, не по клевке. Поменял уже третью блесну. Странные глубины разные, травка и глубина. Не нашел пока места, пока не нашел, надо искать. А искать это значит надо двигаться. Ну вот была одна поклевка, точнее не поклевка, я даже тянул ее, но ушла. С одинарика. Снова вернулся к блюфоксику. И вот вдоль берега меня ветерком тянет. Но пока тишина. Пока тишина. Да, как-то клёвого активного нету. Может, надо червя достать. Или опарыша. У меня и то, и другое есть. Но как вот ловить на опарыша? На червя? Тут еще и сик есть, кстати, в озере. Поэтому, в общем-то, конечно, тут надо просто выбрать цель. Есть. Вот она дрожит. Причем на глубине. Что, не знаю. Будем сейчас смотреть. А сачка-то нет. Сачка-то нет. Смотрим, что это. Сопротивляется. Сопротивляется. Ходит. Ух ты, как... Тихо. Слушайте, а вдруг кумжа? Тихо. Блин, сачка нет. Ай-яй-яй, что я дурак. Зовут... Ты смотри. Или щука, или кумжа. Да ёшкин кот, а? Ты посмотри. Хорошо, хорошо-то как, а? Понять бы. Так, что это там ходит? Что за плавничок-то был? Я так не заметил. Кумжа, что ли? Кумжа, ребята. Блин, сачка нету. Что я сделал, дурак, а? Видите, вот она. А я... Блядь, дурак, а? Ну, надо ушатывать. Кумжина-то хорошая, а? Блин, сачок, сказал же, надо было, тут дурак. Слава, кумжа! Слава, кумжа! Кумжа! Так плохо то, что сачка нет. Да сачок забыл! Как брать хрен из
я не разглядел, по-моему, за один крючок она взяла. Ты смотри, как она... Нужно когда-то устать. Давай, давай, родная, родная, давай, давай, давай. Запуталась еще, смотри-ка. Блин, сачок. Я два сачка взял. Два. У меня на берегу два сачка. Один, чтобы с берега хватать, а другой, чтобы флотку заводить. Ребята, есть. Висело, видите, на чем? Вы видите, на чем висит? Ты посмотри, вот он. Все, вот он, все. Фу. Да. Вот с сачком-то я маху почти мог дать, да?